что, ребята, и снова всем привет. Вырвались мы с Николаем попробовать наши секретные места. Кое-как пробрались, кое-как дотащили лодку. Вот он, ручей с него. Потихонечку уже начинает идти вода. Будем пробовать поймать карасиков себе свеженьких. Хотели на самые секретные места попасть, но, как видите, тут прям берег. Попытаемся, конечно, сейчас на болотоходе разогнаться и попробовать с разгона пройти. Ну вот, земля, я прям хожу. Это расстояние, нам надо будет метров 15 пролететь. Здесь опять начинается вода. И здесь по воде, я думаю, по этой траве болотоход пойдет. Доберемся до следующих ручьев и попробуем там. Если они не заросли опять же вот этой травой. Ее скосили полностью осенью. Все сено вывезли. И вот, возможно, из-за этого все плеса заросли молодым камышом. Ну что, прорываемся. Буду пробовать. Вот и там замотал все. Вот рыбу видел в траве. Нормальные люди тут коров пасут, а мы тут плаваем. Ходим. Есть тут рыба. Смотри, какая получка. Пойдет по ней болотоход? Нет, как ты думаешь? Я так понимаю, вариантов нет, будем проверять. Какая красота. О, Руслан, ты не ты, когда голоден. Все заросло, все. Надо чистить, весь ручей зарос. Вот так же приламываем камыш. Карась проходит с краю. И как бы перегораживаем ему дорогу. Ну ты просто стой, я буду рубачить, ты будешь сазана не вот пропускать. Здесь я почистил, и сюда можно опускать подъемник. Вот такая трава была на дне. Вот сейчас будет ровно вставать, и рыба не будет проходить под подъемником. Слушай, поток воды то теплый-теплый, то холодный. В общем, все, место готово, Николай. Можно рыбачить. Все, разрешаю вылазить. Выключай камеру. А трусы не будешь выжимать? Нет. В общем, вычистил как смог, привязали камеру Калипсо. И пробуем забрасывать. Подъемник более-менее должен ровно сейчас вставать. О, отлично. И чуть-чуть пошевели его, чтобы он на траве упал вот так вот. Ага, все, отлично. И ждем. Единственное, что какую-то палку надо еще туда, чтобы шест ставить. Не знаю, видите, нет, отсвечивает, но вода вообще чистейшая. Такого прозрака тут никогда не было. Вообще чистая вода. Все видно, вот как в аквариуме. Постараюсь вам записать, вставить, как это все дело происходит. Ну, карасики точно плавают, сазана не обещаю, потому что, сами видите, все заросло. Вот мы на болотоходе шли, вообще плесов нет. Здесь рыба вся нынче сдохнет, к сожалению. Она не выйдет, она не найдет выхода. Это раньше было огромное озеро. И здесь смотрите, как все заросло. Печально. Ну, какая-то часть, возможно, выйдет. Но 90%, я думаю, погибнет. Выхода она уже не найдет. Да она и не проберется через этот камыш. Тут 3-4 километра до реки. А если резко упадет вода за 3-4 дня, как это происходит, то она останется вся здесь, в этих камышах. Ну что, Коль, сперва для эксперимента достанем карасей, если они будут. Потом будем ждать сазанов. Вот, смотри, камыши впереди уже начинают ходить ходуном. Ну, я буду надеяться. Видно по камышам на мелководье. Я, смотрите, вот тут специально камышом затыкал, ломал камыш. И затыкал, чтобы он прохода не проходил по мелководью. Ну, вот как смог. Все, камышом заткнул. Как смог. Перекрыл ему. А вон, смотри, впереди я где перекрыл, а он дальше ходит. Камыш. И вот, перед подъемником ходит. Веточки трясутся, не знаю, увидите, нет? Присмотритесь. Камыш. Сразу видно, что не ветром. Хаотично, то там зашевелится, то там зашевелится. Тащи! Это караси. Посмотрим, что тут вообще за караси. Нормально. Есть первые карасики.
Мы сейчас будем стараться сазана ждать. Хотя в раколовке нам тоже надо ведерко карасей. Ну, карась не мелкий. Карась такой достойный. Такие карасишки. Шуметь не будем сильно. Ну, карася как грязь, его, в принципе, не жалко. Ну, птички кричат. Ты прям их сам видишь, да, карасей? Ну. Настолько чистая вода, он сам стоит, видит их. Не надо в камеру говорить, когда заплывут. Может, правда, вот так вот тяжело стоять на болотоходе? Сюда болотоход поставим? Давай. На носу сидеть с подъемником и с камеры сидеть смотреть. Так, караси, Коля, тащи. Ясь. Ясь? Вот, вот раколовку, это вообще будет идеально. Изи в раколовку будет вообще шикарно. Давай, складываем рыбу в мешок. Сейчас подплывем на болотоходе, надеюсь, пугать не будем на нем. То она может еще не подходить. Я их прям вижу, готовься. Идут, идут, идут. Тихо, идут, 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 идут. Они той стороной прошли. Тащи. Я их так без камеры вижу. Нам и камера не нужна. И ничего они не боятся. Ну, потихонечку давай. В мешоках сильно не пугать, не булькать. Давай ждать сазанов. Нафиг эти караси. Ну, хотя в раколовке надо, да. Угу, отлично. Вот с лодки удобно, да? Вся косяк карасей, видишь, прям в подъемнике плавают. Включил запись? О, проплыл резко один. Он назад заплывет. Готовься, готовься, готовься. Идет, 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 идет небольшой. Тащи. Эх, не успел ты, Коля. Вот он поплыл. Вот он, сазан. Небольшой такой, килограмма полтора. О, отлично. Он и туда проплыл у нас, и назад в подъемник. Так, все, ждем. Эй, блин, проворонили. Трешка. Три сазана, четыре сазана, прикинь. Четыре сазана. Давайте сюда плывите. Смотри у себя внимательно в камеру. Тащи. Это карась, Коль. Четыре сазана сразу стояло в куче. Не булька, не, не тряси. Ну, ё-моё. Да вот один вот такой. Второй поменьше. И два маленьких. Я уже и сел, они все равно не заходят. Вот тут вот они где-то, Коль, еще плавают. Ближе к той стороне. Вот, сейчас они наши будут. Вот так придавливать надо обязательно. Видишь, карася накрыл. Что там белое? Придавливать обязательно надо. Не придавил, все. Готовься, Коля, идет в подъемник. Видишь его? А. Не дошел, чуть-чуть развернулся. Чуть-чуть, уплывают. Вот они стоят, видишь? Вот идут, идут, два идут, идут, идут. Идут, 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 Коля. Разворачиваются, сейчас, возможно, заплывут. Той стороной идут. Не вижу их. Не вижу. Ушли в камыш. Карасей не вижу. Два сазанчика небольших. Два карася небольших. Так, мы с тобой сазанами и сазанов не поймаем, и карасей не наловим. Вот заходит в камыш и все. Неужели у нас обходит камышом, а? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Идут, 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 идут. Идут, идут, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Идут, идут, идут. Так, готовься, готовься, готовься. Готовься, готовься. Караси сошли. Сазаны стоят перед подъемником. Идут. Поздно! Поздно, поздно, блин. Вот они стоят.
Они быстро вообще, понимаешь, они зашли и сразу вышли. Тише, не матерись. Ай, сейчас распугаем. Кидай, пока не прошли. Так, подожди, камера у нас где? Камера туда. Нужна все равно на всякий случай. Забрасывай. Вот эти зашли, уже эти почти зашли. Давай-ка я закину. Подожди. Давай я закину. О, отлично. Вот эти два прям. Они, видишь, караси идут и сазаны за ними идут. Смотри в камеру. И не видать в камеру. Ну, походу дела, сазан прошел. Подожди, уберем термосок. Ну, хоть карасишек наловим. Уже не до сазанов. Стоим уже часа три, толку нет. Смотрелись мы сазанов и все-таки приняли решение хоть карасей наловить. Очень умная рыба, все видит, не заплывает в подъемник, и слева отплывает его, и справа не доходит, разворачивается, уходит в сторону. Вот 4 часа мы простояли. Карасей мы пропускали, очень много карасей прошло. Дорога дальняя. Солнце садится, будем отсюда выбираться. Сейчас еще хоть карасиков в раколовку поймаем, заплывут. Хотя могли мы уже мешка два их наловить. Все мечтали о сазанах. Вон он, сазан, Коль. Вон он пуганулся опять. Есть. Все, хорош на сегодня. Заморозим их. На куски порежем. Опа. Все, разбирай. Держи палку. Нормальная была разведка. Сазан есть. Можно попробовать поймать его. Ну что, вот наш улов. Это буквально за 3 подъема. Где-то 8 литров карасика. Покажем вам сейчас еще обратную дорогу, как идут гордеевские болотоходы по мелководью и по сплошной траве. Все увидите. В общем, как-то так сегодня рыбалка у нас была. Ну что, надолго не прощаемся. Как и говорил, покажем сейчас обратную дорогу. Давайте. Всем пока.